Hey, yo, guys, мы продолжаем проходить игру под названием War. Да, как-то у нас не очень вышла первая серия. Ну, мы типа пролог прошли, да, все такое. Но здесь то, что сейчас происходит... Я не могу просто здесь пройти двух сраных охранников. Огонь погас. С чего это? Огонь! Что за бред? Да, хочу начать с последней сахар. Понимаете, в чем херня? Я тогда проходил, ну, то есть, в прошлой серии, как вы помните. А все нормально. Походу, с меня вор херовый, да? И стелсер тоже. Ладно. Давайте думать. Ну, я могу, в принципе, у него этот стырить. Этого я могу, в принципе, бутылкой отвлечь. С чего это? Мне кажется, я кого-то не вижу. Какой-то четвертый раз. Это четвертый раз. Извините, это четвертый раз, да? Это четвертый раз? Не кажется ли, это четвертый раз? А мне кажется, это четвертый раз. А? Огонь погас. С чего это? А? Я кого-то видел. Пятый раз мы проходим одно и то же место. Нет, я пройду это. Я пройду. Извините, ребят, но я пройду. Как говорится, в начале всегда все херово, да, играют. Ух, ладно, ждем, ждем, ждем. Надо, короче, тогда как-то успевать, я не знаю. Подождать, пока он полностью уйдет. Огонь погас. С чего это? Вот он идет. Мы забираем. Говорит баронская стража. Тут кто-то есть? Сам себя помог. Все тихо. Хорошо. Встаем. Закрываем. Как будто все так и было. Я не знаю, стоит ли сделать немного поярче. Что делаем с этим по... А, так он сюда шел. Ой, ладно, посрать, поехали. То это не лестница? Ладно, не, я могу типа еще оглушить, я мог их просто, да и все. Ну так думаю, нафиг оно мне нужно? Оглушать не заслужили. Не, лазить, скорее всего, было бы быстрее. Снова убила. Боишься, что я тебя обережу? Я с тобой поделюсь. Скорее всего. Почему?
Почему ты такая тихая? Что из-за тебя нас обоих убьют? Я в порядке, понял? Я быстрее двигаюсь, быстрее карабкаюсь. Быстрее убиваешь и делаешь ошибки. Да-да, ты неуравновешена. Именно поэтому я лучше. Смирись с этим. Давай же закончим эту работу. Так, новое украдите коготь. Так, а у нас что-то новое есть, поэтому... трофеи. Документы. Ресурсы. Ага. Водяная стрела. При попадании из древка стрелы выплескивается вода с достаточным количеством, чтобы потушить факел или камин. Так, метательный снаряд. Метательный снаряд после ликвидации гильдии стеклянного, так, стеклодувов. Большая часть бутылок годится только для использования в качестве метательного снаряжения. Окей. Ну чё? Причем без этой штуки? Окей. Так размывает. Полагаю, мы за этим пришли. Камень примали. Нихера себе, ты громко говоришь? Мантии. Мантии всегда дурной знак. Братья Корнелиус, Альдус, достаньте ключи. Это же барон Нордкрест. Мы собрались здесь, чтобы привести этот город в новую эру, век прогресса. Давайте же приступим к вызову! К вызову Примали! Сандра Сатракакан. Сакан Рана. Давай, спускайся сюда, будет весело. Нет. Надо уходить, дело сделано. Что? Ты смеешься? Здесь что-то не так. Слишком опасно. А ты еще не готова. Ты сам знаешь, я уже не ребенок, я справлюсь. Я пойду туда с тобой или без тебя? Без этого ты никуда не пойдешь. Окей. Это, знаете, можно записать в момент глупой смерти. Ну, не знаю, либо она выжила. Скорее всего, выжила. Совет. Если вы не боевы, вы можете спрятаться в шкафу, чтобы сохранить данные о прохождении игры. А, то есть шкафы это такие, так сказать, чекпоинты. Окей.
Буду звать. Ну да, в принципе, бил, когда мы в шкаф залезли, мы сохранились. О, гляди! Он проснулся. Эй, эй, хорош ворон считать! Надо провести его в город, пока комендантский час не настал. Успокойся, парень. Нам нужно довести его до часовой башни, и все будет шито-крыто. Куда телегу везете? В Столмаркет, в булочек. Говноед, я тебя, что ли, спросил? А? А ну, вали! Чертовы попрошайки. Я прям по старой страже скучаю. Трупы почему-то. Как-то много трупов каких-то. Голоса! Остановите кошмары! Мрак совсем людей одолел. Везде, кроме Олдейла. С этим надо что-то делать. Да на нас им всем начхать, парень! Ты это скоро поймешь. Его волнует только прогресс! Вот тебе нужно еще больше этих чертовых труб! Эй, там на ящике! Хватит! Хватит? Это ведь не еда для голодных, не лекарство для больных. Эй, ты! Думаешь, тебе хорошо, потому что твоя работа ковырять дерьмо для богатых? Барон на каждого набросит петлю, но грядут перемены. Орион изменит наш город. Барон сгинет в огне. Увидите! Видите? Они боятся правды! Не высовывайся! Эй, ты! С кем это ты говоришь? Беги! Стоять! Серьезно? То есть ты не мог сказать, ну, типа... Не знаю, придумать что-то. То есть он... Ну, зря сдох только. Ну ладно, тот хотя бы побежал. Это не так. Я в часовую башню. Надо все обдумать. Давай. Глава первая. Блокада. Сразу. Ну, заходим, сохраняемся. Так, документ. Watch. Приятель. Я с ним не могу поговорить, серьезно? Что, давай помогу. Монетку дать? Нажмите, чтобы использовать крюк. Так, здоровье. Нажмите хэш, чтобы съесть что-нибудь и восстановить немного здоровья. Вот что здесь? Я не вижу. Только не войду. Так, может, давайте посмотрим, что мне там дали. Часовая башня. Здесь, да, теперь видно, что довольно темно. Так, ладненько, F1. Прогресс игрока. Ресурсы. А, еда. Еда. Соленое и вялое мясо, а также... Так, молотые, жареные кофе. Исключены из карантинного списка. Восстановление здоровья. Хорошо. Та-та-та-та-та-та, документы. 19 штук здесь. А, это, скорее всего, имеется газеты всего, да? Газеты. О комендантском часе. Та-та-та, в 20, та-та-та. Так. Остановить ужас мрака, личное для каждого. Изоляция городских кварталов и забой всех больных животных уже
так приносят свои плоды. Почтенный доктор Трой из Ноусмерска утверждает, что контакты, ослабленные меланхолией людей с большим их окружением, является главной причиной распространения этого низкоремнивого бедствия. Он советует всем от малого до великого соблюдать комендантский час. Тем временем все горожане могут быть уверены, что лучшие врачи барона, безусловно, работают над созданием лекарства. Воистину, мы живем в эпоху прогресса и перемен. Короче, походу после этого какая-то херня произошла. Потому что все начали терять кукушку. Да? И на самом деле это нехорошо, я думаю. В какой-то степени. А? Чтобы бедные не лезли туда, где их не место. Окей. Я могу сюда спрыгнуть. Ну, я, в принципе, только могу спрыгнуть. Стража закрыла Стоунмаркет. Но простой замок меня не остановит. Тут соглы. Листовки. Почему я не могу листовки взять? А, ты Миша Дотол забыл. Угу. Манать. Вот это я чё сейчас не усрался. Ты помог мне протянуть еще один день в этой крепости. Охотничья стрела. Кто это? А, это плохой человек, ладно. Я могу здесь забраться наверх. Там что-то есть? А, там тоже можно забраться. Мне как раз туда, в принципе, и надо. То есть у нас идет с вами вариация, да, куда идти. Сейчас бы понимать, куда идти, куда нельзя идти. Ладно. Типа у нас есть довольно распространенное количество вариаций, что если да и как. Правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Она шумела, вскрыть замок, потому что она цеплялась по стенкам тоже. Поэтому как-то так. Еда. Да, короче, после себя ящики нужно закрывать. Что ты уставился? На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую ораву голодных слов. Смотри, не подхвати совесть. Можно слезать на руку через ювелирную руку. К тому же эта маска выглядит интересно. Что-то мне дурно. Хорошо, что ты это сказал. Что это за уголок? Это я на обход, да, немного пошел. Так, охотничьи стрелы.
А видели, сколько здесь вариаций, то есть как туда попасть? Через верх, через такой проход. На. А че, какие-то пидорасы, походу. И как бы так стащить? Оп. Ну то есть теперь они меня могут. Не буду так сильно жестко бить, да? Они делают круг или как? В ювелирку мы сходим. Я хочу забрать то, что вот там на ящике лежит. Чёртовы зубы Рорка. В смысле? Тихо, валим. Валим, валим, валим. Ангоу попробуем через... Во, на крышу залезем, во-первых. А я посмотрю, что здесь. Вот там окно светится. А если светится, значит можно залезть, да? Нет. Это значит просто светится. Давайте попробуем здесь пройти. Тоннель. Ну. Как мне тебя дать? Я бы тебя дал, на самом деле, чел. Сори. А где я нахожусь хотя бы? О, светило мне немного. Немножко я заблудился, кажись. Так, а сюда мы вылезли? Ну, допустим. О, как. Хорошо. Вы понимаете, здесь много... Так, даже тут забраться можно. Ага. Так, давай здесь скроем. Ай. Интересно, громко ли слышно вскрытие замка? Это у нас что за место? Я понял, что это за место. Сначала удержим, смотрим. Охраны мага. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Новый шаг. Украдите. Маску. Мне эта картина нравится. Еще не готов.
кузен. Это письмо наверняка пополнит груду неотправленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. Так, я могу сохраниться? До сохранения. Боги на пороге. А? Чьих это рук дело? Серьезно, он заново... Он заново зажигает. Да посрать, давай где-то здесь вот бросим. Картинка. Ох. Окей. Окей. Начинается поиск у нас с вами теперь этих. Нужно еще письмо чекнуть. Так, F1. Так, письмо Лайгрову. Кузен, 7. Это письмо наверняка... Так. Пополнит груду неотравленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. 3. Мои обычные клиенты с редки... Так. Средний класс лишены как средства, так и вкуса. Поэтому я предложил свои услуги. Мадам Цоу Цоу. Мадам из Южного квартала с половины предплатной. Конечно, это опасно, но азарт подвиг меня на создание шедевра. Брат мой. Достойного дома аристократа и кошелька аристократа. 9. Поэтому для мадам я сделал позолоченную копию с красивыми стеклянными... стекляшками, подходящие этой сутенерши. Оригинал, так, оригинал стоит огромных денег, я буду держать ее при себе в мастерской, пока вы не найдете покупателя за пределами всего зловонного города. А мадам, ее ручные громилы никогда ничего не узнают. Л. Письмо Лайнгрову. Ну, логично, 73.9. 73.9. Подожди. 73.9. Она экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Так, уникальная добыча. Так, прогресс, ресурсы. Охотничья стрела. Простые, но эффективные стрелы с широким наконечником отлично бьют на дальних дистанциях, что позволяет найти им широкое применение. Хорошо. Ну, я смотрю, у нас тут количество 5 штук, 5 штук, 5 еды и 10 водяных. Трофеи уникальные. Так, маска с драгоценной Лайгрова. Маска с драгоценностями Лайгрова. Великолепная карнавальная маска с драгоценными камнями. Работа с Рэнди. Окей, только... Окей, через знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Так, сохранились. Будь у меня такая дамочка, моя кровать бы не остывала.
Мне интересно, он сюда идет или нет? Ненавижу это ублюдочное птицу. Сходит с ума от каждого шума. Ну, полцарства за кофе. Окей. Ну, это мы все позабираем, конечно же. Как же без этого? Тырим все ювелирки. Блин, ну они какие-то на самом деле довольно дорогие. Хотел сказать дорогие, потом подумал. Какие они дорогие, если это дешевка все. Ну, допустим, какое-то украшение стоит копейки. Двадцать, хорошо. Так, птица сверху, да, говоришь? А, это мог я по-тихому не палиться. Так. Тихо, это сейчас ходят снаружи, да, походу? Да не говори. Так, с этой стороны. Мы все будем забирать, что плохо лежит, потому что это деньги. А я не знаю, там, походу, есть прогресс какой-то. И он может будет сильно влиять на что-то. Окей, гол к тому сходим. Но я сначала сохранюсь. Выйдем. Так, смотрите, мы можем, во-первых, туда пойти. Интересно, куда это путь? Там что-то лежит, слушайте. Хоп. Хоп-хоп. Окей. Ага, чернильница. Ну послушай, ну он в принципе спит, может я могу по-тихому зайти, да и все. Он же все-таки спит. Если я, в принципе, сейчас правильно, нормально взломаю замок,
то он не должен проснуться. Но я лучше подстрахую себя и залезу в шкаф. Залезу в шкаф. Поехали. Ого. Здесь как нужно медленно. Вот об этом я и говорю. Стоило ради этого вставать. А вот был бы свет включен, и я проебался. Тихо. Медленно, тихо, наверх. Оп, оп, назад. Оп, назад. Фу, по идее сделано. И ради чего? Так, почерневший браслет. Этот браслет принадлежит леди Ориане. Ее муж потерял сознание и был растоптан своими призовыми скакуном. Призовым скакуном. Окей, но это бреневые оковы. Значит, короче, есть и другие, да? Бреневые оковы. Говорят, что эти браслеты в виде обвивающей руки змеи любят компанию благодарных вдов. Все шесть существующих браслетов, по слухам, несут в себе мрачный секрет, загадочно мерцающий в глазах змеи. Уникальная добыча, коллекция уникальных трофеев, которая цена гораздо больше, та-та-та. Стоп, тут дверь была? Серьезно? Окей. О, я еще это не смотрел. У, как так? А заметьте, что уже не подсвечивается. Да? Ну именно не блинкает, как тогда. Ха. Окей. Значит, теперь мне нужно именно самому все лутать, смотреть. Она типа круги наворачивает. Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. Спасибо за инфу, Кэп. Круто. Так, монета.
Нож для бумаги. Нихера. Привет. Что? Где? Стоя! О-о-о. Слушай, это... Не, пускай он меня, короче, лучше убьет. По одной причине. А я немного тупанул. А я ее убил. Понимаете? Мысли. Я буду рядом. Пойди посмотри. Никого здесь нет. Я в этом уверен. А как это работает? Он же спал. Не понимаю, как это работает на самом деле. Хорошо. Я просто ее убивать не хотел. Я забыл, что нужно удерживать. Я забыл, что нужно удерживать. Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. Сейчас все провернем, сейчас все сделаем. Стоп, я ее оглушил, оказывается. Окей. Не думал, не думал. Не думал я, что это такое оглушение. И музыка такая. Может, это потому, что я мирного жителя тронул. Ну, блин, здесь бокал лежал целый. Здесь... Вот еще ящики. Типа наживо, либо... Еще что-то. Я... Я не могу пролезть. Расческа. Ванная. Что здесь? Окей. Лутики, лутики, лутики. Лутаем, лутаем. Газета. Кто следит за? Кто следит за сторожевыми псами? Ага. Как кто? Городская стража и оборона, конечно. После массового забоя животных, производство в ответ на подозрительную вспышку болезни. Многие опасались за четвертого стражей. Ну, патрульный страж... Таллингворд придумал гениальное решение. «Мы типа посадим собачек в клетки», — сказал он вчера. «Чтобы люди не думали, что их можно жрать». Жители города могут возрадоваться, зная, что самые преданные защитники города теперь в безопасности. Это решение точный и современный ответ на несовершенную природу человека. Окей. Может, у нас так много этих будет? Документов.
Фиг его, ладно. Мне все равно, я аж выпрыгиваю на уличку. А еще газета. Ага, блокада. Улицы оглушаются криками стражников, отважно сдерживающих нависшую над нами угрозу мрака. Великие врата закрылись, объявляя комендантский час. Добрые граждане почти не появлялись на улицах. Капитан стражи Орсли Дархим назвал его самым успешным мерой карантина на сегодняшний день. Блокада нужна для защиты наших дорогих граждан, сказал он этим вечером. Наблюдая, как закрываются ворота предателей, и мы должны поблагодарить за все барона, добавил он перед тем, как вернулся в Дейпорт. Воистину скромный герой города. А, удерживай точно. Готово. Сколько нам еще идти? Уже серия, по сути, должна была кончиться 16 минут назад. А, это захоленный за уху. А, давайте, в принципе, я думаю, на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.